Более 9 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании на портале «Добродел» за ремонт железнодорожных платформ на 2022-2023 годы. Проголосовать можно за один из 13 объектов, отмеченных на интерактивной карте. Это станции с наибольшим потоком пассажиров, в том числе платформа «Голицыно». Голосование продолжится по 3 октября. Для участия необходима регистрация на портале госуслуг.